В воскресенье в Самарской области сохранится жаркая погода. Безоблачно и без осадков. Днем 30-32 градуса жары, ночью 21-23, выше 0. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 31, ночью 21, выше 0. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 30, ночью 22 с плюсом. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. Днем плюс 30 градусов, ночью 21, выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 33%. Температура воды в реке Волга 24-25 градусов. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.